Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 185, события дня. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. 14 июня 2016 года. Ну, кто тайно себе ячейку подыскал, выходит сюда, то не высовывайтесь. Здесь тайны не будет никакой. Игнатий Тихонович, мне нужно задать вам вопрос, пока вы еще на земле. Но очень боюсь, что вы выставите, чтобы считали все, а потом я могу пострадать. Ну, не надо выставлять. Зачем это? Обойдетесь? Я уже полгода думаю, кому задать этот вопрос. Все равно никто так верно, как вы, не ответит. Да не может того быть. Сколько и батюшек всяких разных, хороших, и ответят где-то, и прочее. Что за вопрос такой тайный? Тайна только бывает, женщина или мужчина изменяет жене, больше тут ничего нету. А это мне и знать не надо. Сергей Мамедов, на каком сайте можно скачать ваши видеобеседы по скайпу? На каком сайте? Что значит на каком, непонятно. У меня свой сайт есть, я никаких других и не... Зачем мне куда-то идти? Вот. Какой? Вот сейчас я открываю, показываю сайт. Наш сайт. Огромный сайт. Огромный. Я считаю, что такого сайта в мировой сети нету. Вот он сайт. Смотрите. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Как он оформлен? 50 книг аудио начитано моим голосом. Ну, найдите еще, скажите, а то хвалишься, боятся как огня, когда скажешь, что это сделал. Говорят, это невозможно. Я говорю, как невозможно? Мы делаем, получилось. А вы опять себя выставляете. Ну, то есть, сатана вылазит, он как огня боится, что выполнимым. Прости нам долги наши, как и мы прощаем. Да невозможно прощать. Ну, а как же я просил? Ричард Вурман пишет об этом. А, что себе говорите? Я-я-я-я. Дьявол вылазит. Он как огня боится, когда находятся люди, которые поступают по заповеди Христовой, выполняют это. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, еще боитесь. И в коем видите этот образ, другой раз говорит, третий раз. Я более их потрудился, более в гонениях был. Ну, ничего нету с человеком, он и боится, потому что в той же самой обстановке и прочего. 21 тысяча сел, 21 тысяча спичек, разложите на столе, еще получится. Стола не хватит, 21 тысяча. А это сел, деревень, где была жизнь. Рождались, умирали, обеспечивали себя и страну, и вдруг все рушится, нет ничего. А мы взяли с места, с пустого, та же участок, лопату, начали копать, и получилось. Получилось. Вот вчера новый человек приехал, еще ждем. И каждый день идет работа, приезжают люди, смотрят. Самое главное, пример дать, а не то, что а много или мало. Что значит много? Советский Союз был большой, стал меньше. Россию разрабят, ничего не меняется от этого. Сама Земля-то в космосе, не видать ее даже откуда. Даже меньше молекулы она выглядит с какой-нибудь планеты вне того, что мы видим звездное пространство, запредельное. Поэтому все это относительно. Много, мало. Главное, что сделано. Вот у нас правила, какие сейчас начинаем выставлять. Я не мог выставлять. Теперь там где-то выставляют, а я только замки снимаю. С сегодняшнего дня помаленьку буду выставлять. Сразу по скайпу беседовать, ну, кончилось, нет возможности. Нету. Вот что я сейчас говорю, это все высчитывается. Это невозможно. Вот, повторяю, что наш сайт. Вот это сайт, библейский сайт. Проповеди. 4124 ответа. Таких вам ответов нету. Нету в мировой сети. Просто нету. Чтобы каждый ответ выверялся со Святой Библией, по толкованию святых отцов, по житиям святым одновременно, по трудам святых отцов и по книге правил. А если знаете, назовите. Я еще не встречал и не слышал. От своего чрева говорят, как говорится, что сбредет другой раз и все. Почему? А он священник, у него ряса. Ну и верю в рясе. Вот, пожалуйста. Если вы хотите узнать, где скайп-беседы, то тогда заходите на православный видеоканал. Вот он наш видеоканал. Вот они. Это вот новый, сегодня я открыл, который... 10 роликов сразу открыл. Потому что
почти неделю не было, ну, меньше недели, возможности никакой не было. Теперь помаленьку будем выставлять. Вот здесь скайп-беседы вы найдете. Заходите на наш православный видеоканал «Открытым оком о свете Библии». Здесь все есть, по плейлистам разложено. Кроме того, вот если нажать слово «Главное» слева, вот я сейчас его нажал, вот красная черта мотнулась, сейчас она закрылась. И вот дальше смотрите, вот они, «Жития святых на каждый день», которые я насчитал, 1173 жития. Ну, то есть, не меньше 500 роликов будет, только по житиям святым. Ну и что? Где? Почему никто не выставляет? Да нету. Я насчитал, по векам выставил, из 365 дней выбрал первый век, потом второй, потом третий и так дальше. Вот оно все выставлено сегодня. Ну, не лучшего качества, потому что пленки были в органах КГБ, портили их специально. Ну, вот от меня не зависело, где-то прятали, закапывали в землю, они не перематывались с пленок, с катушек. А теперь вот уже оцифровано, все пришлось оцифровывать, потрудиться. Ну и сразу показать на наш форум. Вот какой форум. Очень большой форум. Вот здесь вопросы задавайте, сами задавайте, не через контакты. В контакте я не бываю, я нигде не бываю. Вообще, ниоткуда ничего не скачиваю, практически, тем более в Потеряевке. Вот здесь не все есть. Заходите, смотрите, вот здесь вот общий поиск, строка. Не поиск по темам, общий поиск. И в рамочку зарядите, какое вам слово нужно, там, ИНН, евреи, цыгане, ну что-нибудь там, и уже найдете. И всегда нажать нужно личное сообщение, чтобы выйти на первую страницу. Вот здесь. Ну, очень много у меня времени уходит на мой мир. Вот он, мой мир. Много было поздравлений. Больше 1000 поздравлений пришло на день рождения. Только контакт. Через контакт 450 скинули, не считая звонков. Тут все еще идут. А я 10-го день ангела был. Ну вот, пожалуйста. Господь компенсирует, как бы сказать, за все. И вот никто не скажет, и вопросы. Люди находят. Находят все-таки... здесь что-то. Вот я посмотрю, сколько у нас здесь подписчиков. 3732. Просмотров 2 миллиона 806 тысяч. Ну, 2 миллиона 806 тысяч и нас занесли уже в средства массовой информации. Еще в деревне. Вот. Какие события? Вчера мы закончили трассу. Дети все работали. Потом увидите, когда придет через неделю, как мы, ну, зимой делали это слипшиеся по сторонам, в некоторых местах трасса голая, а щебень по сторонам. И все это собирали руками и его клали на трассу. Дети участвуют здесь. Вечером еще тут одно. И вот уже дети, вот они здесь. Первая молитва в лагере Стане. Вот там Надежда Васильевна с ними. Вот думали, как, что. Никак, потихоньку. За водой в первое утро. Вот дети идут. Показываем. У нас все будет показано здесь. Большие, маленькие ролики. Дальше. Дети уже в лагере Стане. Вот они стоят здесь. Ну, это то, что потеряевские были. Вот события дня. Вот 170, 180. Вот они есть. По порядку идут. Много тут не напишешь и не расскажешь. Вот уже отхожу. Еще раз покажу наш сайт. Вот как вы видите. Вот эти Библии заряжайте в Google. Вот. Здесь зарядите. Если вы зайдете на наш YouTube, то или вот сказать на сайт, даже на сайт возьмем, то вот здесь нажать форум, нажать видеоканал. Видите, как удобно. Только нажал и все. Вопросы, ответы. Можете задавать вопросы. Богу нашему слава, аллилуйя, аминь.